Во время профилактической акции «Трезвый двор» на особом контроле сотрудников милиции непосредственно дворы, территории вблизи питейных и увеселительных заведений, магазинов, реализующих алкогольную продукцию. Есть среди них и наиболее тревожные. Правоохранители эти территории знают и уделяют им дополнительное внимание. Тем более граждане указывают на наличие проблемы. Как себя обычно ведут эти граждане? Тихо, спокойно? Ну, разные. Кто-то тихенько, кто-то не тихенько. Понятно, что неприятно. Вон с маленьким ребенком гуляют, а тут сидят туда на лавочке. Очень тяжело. И вот, кажется, патрули здесь все время у нас ходят по двору. Кажется, уже должны немножко хоть придерживаться. Приход патрульно-постовой службы все-таки помог. Сотрудники милиции провели профилактические беседы с гражданами, разъяснили законодательство о недопущении распития алкогольных напитков в общественных местах, а также поговорили о надлежащем поведении. Местные жители, которые сталкиваются с проблемой пьянства в их дворах, считают главное в борьбе с этой бедой, чтобы сами виновники захотели изменить поведение. Как вы оцениваете обстановку в вашем дворе? У вас тут выпивают, не выпивают? Вот как вы сами? Залетные выпивают. Да они как-то порядок нарушают, мешают вам как жителям. Бывает, что мешают, да. Как вы считаете, у нас вообще в городе есть такая проблема, как распитие спиртных напитков гражданами на улице, в общественных местах? Я думаю, что, наверное, есть. Вот как с этим можно бороться? Пока сам не захочешь, ничего не будет. С проблемой пьянства нужно не только бороться, но и профилактировать ее. На это в первую очередь и направлена акция «Трезвый двор». В ходе проведения подобных мероприятий нередко устанавливаются граждане, которые находятся в розыске. Пресекаются факты нарушения антиалкогольного законодательства, предупреждаются преступления и правонарушения. С гражданами милиционеры проводят индивидуальную профилактическую работу, акцентируется внимание на недопущение нарушений законодательства Республики Беларусь. Сотрудники милиции обращают внимание граждан на необходимость соблюдения законодательства. А злостные нарушители, практикующие систематическое пьянство в общественных местах, попадают на особый контроль правоохранителей. Всего же за время проведения акции было составлено 9 протоколов за распитие и 1 за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.